На гала-концерте фестиваля «На Грушинской волне», который прошел в филармонии, только самые преданные поклонники авторской песни. Многие из них ежегодно посещали Грушу на поляне. И сейчас непривычный формат настоящих любителей авторской песни не смутил. Среди них и жительница Самары, неизменный гость фестиваля Татьяна Габдушева. Это наш фестиваль, он имеет свою историю, он имеет свои корни, он объединяет всех, детей разного возраста, молодежь, старшее поколение. Грушинские, скорее всего, это как традиция, она вот идет, знаете, начинают родители, дальше уже приезжают родители со своими внуками. Гала-концерт открылся выступлением грушинского трио. Барды исполнили песню, посвященную памяти Валерия Грушина. Зал слушал артистов стоя. Где тайга синее, чем небо, где? Разве только на таежной реке Уде? Песни исполняли и гости из других городов. Лидия Чебоксарова и ее муж Евгений Катмышев приехали на фестиваль из Москвы. Счастье капризно, да и тревожно, а жизнь она и вовсе одна, второй не будет. Рима с собой взять не можно. В филармонии выступили и представители сцены «За победу», которая располагалась в Струковском саду. Она нас довела до самых вражеских ворот, такие братья. В этом году один из блоков фестиваля состоял из песен патриотической направленности. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.